Белгороднестровские полицейские задержали 40-летнюю женщину по подозрению в убийстве односельчанина. Инцидент произошел в одном из сел Куливчанского ТГ в ночь с 15 на 16 сентября. Женщина избила 58-летнего знакомого в его доме, после чего пошла домой. Через несколько дней тело погибшего обнаружил сосед и сообщил в полицию. Согласно заключению врачей, мужчина погиб от рубленной раны головы и многочисленных травм по всему телу. С места происшествия полицейские изъяли вероятные орудия убийства, окровавленные скалку и топор. Их направили на экспертизу. Її слідчі кваліфікували за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.